Что представляет собой 7-й Всероссийский фестиваль «Фламенко»? Давайте разбираться вместе. Специально для нас организатор фестиваля Елизавета Русина провела небольшой мастер-класс по танцу «Фламенко». Ведь, как известно, ничто не расскажет лучше, чем собственный опыт. 37 коллективов, 150 участников, 55 организаторов. Все это 7-й Всероссийский фестиваль «Фламенко» в Твери. Расскажите, пожалуйста, как вы вообще пришли в танцы «Фламенко»? Недавно хотелось заниматься этими танцами. Вообще привлекала очень и характер танца, и его темперамент, музыка. Потому что «Фламенко» — это целый мир. И мне очень хотелось окунуться в этот прекрасный мир. И вот 4 года назад я решилась и пришла. Сколько лет вы занимаетесь танцами «Фламенко»? 10 лет. А что самое любимое в танце «Фламенко»? Страсть. Да, наверное, страсть и движение, красивые движения. Пластика, да. Испанская шаль, каблуки, большой веер – это одни из классических атрибутов танца «Фламенко». Но встречаются и другие элементы, например, кастаньеты. Это скрепленные попарно деревянные пластинки, надеваемые на пальцы, с помощью которых танцоры отбивают ритм. Седьмой Всероссийский фестиваль «Фламенко» поразил зрителей своей масштабностью. Концертный вечер длился 5 часов, но разнообразие номеров не давало зрителям скучать. Татьяна Ивановна, расскажите, пожалуйста, что отличает 7-й фестиваль «Фламенко» от предыдущих? В этом году есть очень приятные изменения. Главным организатором, который взял на себя всю вот эту вот нагрузку по координированию работы на фестивале, Елизавета Русина, которая является руководителем направления «Фламенко» в хореографической студии «Эстель». Самым сложным при подготовке к фестивалю стало, как для любой девушки, выбрать наряд для приветственного слова. Но я вам могу сказать, шейте сами. От фестиваля «Фламенко» я ожидаю то, что уже получаю. Это яркий концерт, это яркие эмоции, это яркие люди. И потому что это на самом деле для меня одно из самых ярких творческих событий вообще за год. Наташа, ты сегодня попробовала себя в роли танцора «Фламенко». Расскажи свои впечатления. На самом деле это не так просто, как я думала. Вся эта грация, гордость, легкость, с которой выполняются движения. Кажется, что все так просто, но когда пробуешь сам, столько эмоций внутри задействовано. Руки, движения. То есть я прям почувствовала, что этому надо учиться. Но одновременно с этим чувствуешь такую страсть внутри себя, красоту и грацию, прям женственность.